Всем привет, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас видеообзор на капучино Аристократ, классический, 300 грамм. Также давайте посмотрим состав. Он довольно большой, одна Е-добавка есть, пищевая ценность, энергетическая ценность, условия хранения, срок годности и способ приготовления. Он довольно странноватый. 1/4 или 1/3 засыпать стакана сухого продукта. Как-то это странно звучит. Но тем не менее, давайте попробуем. Я насыплю 4 чайные ложки. Стакан я разделил на 1/4 часть. Давайте попробуем. Посмотрим, что из этого выйдет. Стаканчик у меня довольно маленький. Видите, что такой продукт интересный, и беленькое, и темненькое там есть, возможно, это сахар, и с чем-то с кофе, может быть, или с чем-то таким. Ну, выглядит, наверное, как обыкновенный капучино. Все такое меленькое. И давайте его сейчас зальем горячей водой. Сразу надо перемешивать. Такая красивая у него пеночка получилась. Жалко, что он горячий. Темный, сам темный капучино под этой пенкой. Пенка все закрывает, все прячет под собой. И давайте сейчас подождем, он немножечко остынет, и будем с вами его пробовать, так как горячий я не пью. Так, ну вот наш капучино остыл. Кстати, выглядит он все-таки по-другому, чем здесь нарисовано. Здесь, наверное, белая пенка, это еще что-то, наверное, добавляется. И давайте его попробуем. По вкусу обычный капучино, мне кажется, в томатах гораздо вкуснее. Гораздо вкуснее в пакетиках. Я покупала, по-моему, капучино в фикс-прайсе со вкусом карамели и просто обычный. Там гораздо вкуснее, ну, такой прям ароматный. Здесь чисто просто капучино, в меру сладкий, ну, сладкий, прям вот чуточку сладкий. Молоко ощущается, какой-то аромат кофе немножечко. Еще что-то ощущается непонятное. Ну, в принципе, вкусно. Ну, не особо прям тащит, ой, господи. Не особо прям тянет к нему. В автомате все-таки вкуснее. Не знаю, из чего они там делают его. Но это вот чисто просто капучино. Вот чисто просто. Мне кажется, ему даже чего-то не хватает. Может быть, каких-то сливок сбитых сверху. Может быть, шоколада какого-нибудь. Я не знаю, но что-то не хватает ему. Как-то, ну, такой самый стандартный, самый обычный, но... По цене, мне кажется, он немножко дороговатый. Все-таки нужно сделать цену подешевле. Понимаете, он был бы прям нереально вкусный, тогда да. Тут, ну, такой просто капучино. И, если честно, мне кажется, даже там присутствует какой-то вкус грибов. Почему-то мне показалось. Именно как раз вот этот непонятный вкус, какой-то вкус грибов, таких жареных грибов. Не знаю почему. Ну да, он какой-то есть. Мне даже грибочков захотелось. Ну, не знаю. Честно, буду я ли его покупать снова? Нет. Нет, не буду. Потому что, не знаю, ну, самый обычный вкус. Гораздо проще пойти в фикс-прайсе и купить пакетиковый. Там он стоит 55 рублей. И там
пакетиков 20, по-моему. Также Е-добавки, также там такой же, по-моему, состав. Вот именно с карамелью или вот обыкновенную. Ну, с карамелью, конечно, вкуснее. Ну и обыкновенный, он тоже, в принципе, вкусный. Его, то есть к нему тянет, реально тянет. Хочется выпить еще и еще стакан, и еще стакан. Он реально вкусный. А здесь переплачивается, то есть за 300 грамм. Хотя там, не помню, сколько грамм там. Почти что там 150-180 рублей, по-моему. Нет, наверное, 150. Не помню точную цену. Как подарок, честно, я даже не знаю. В принципе, можно, да, наверное, его подарить, потому что если вы подарите из фикс прайса обычные вот эти вот пакетиковые, хотя там, ну, тоже так он нормальные мешочки продается, человек не особо оценит, наверное. А тут вот все-таки упаковка довольно красивая, он, может быть, оценит. Ну, не знаю даже. Честно, даже не знаю. Мне нечего даже сказать. Я покупая, надеялась, что там будет какой-то нереальный просто вкус, как в этих автоматах, или вот как покупаешь там в Макдональдсе, там в кафешках каких-то, там просто он обалденный, его хочется пить снова и снова. Не знаю. Может, здесь, мне кажется, скорее всего, что-то не хватает. А давайте так, напишите в комментариях, что вы добавляете еще в капучино. Может быть, такое покупали вы и что-то добавляли. Я думаю, наверное, надо добавить, может быть, сливочки обычные или взбитые, или что-то еще. Ну, что там явно чего-то не хватает. В конце концов, в автоматах делают, у них же вкусно получается, или в кафешках. Они же тоже его где-то берут, правильно? Они как-то его делают, может быть, сами делают. Может быть, скорее всего, пакетиковый. Может быть, кто-то в кафе работал и по этой теме знает, напишите в комментариях. Потому что хочется сделать капучино свой, домашний. Именно капучино, именно такой вкусный, как в автомате. Напишите в комментариях, как это сделать. Вот. В принципе, на сегодня это все. Я все сказала, что хотела. Также смотрите обзоры из светофора других продуктов. Обязательно смотрите на обзоры из обыкновенных магазинов, обзоры из фикс прайса. Там очень много продуктов. Ну, вот, я, наверное, скоро уже все скуплю. Также смотрите влоги. Я записываю влоги, как мы с моим сыночком живем, отдыхаем, развиваемся, путешествуем. Моему сыну 2,5. Вот. И также на моем канале очень-очень много всего интересного. Также и живопись бывает, и очень много всего. И также напишите в комментариях, чего не хватает на моем канале. Я обязательно рассмотрю ваше предложение. Обязательно осуществлю. Вот. Наверное, я все сказала. И всем пока-пока. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь обязательно и ставьте лайки.